Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас индезит, бак неразборный, цельный идет. И что же делать, если вы хотите поменять подшипники? Потому что ремонт такой, если вызывать мастера, в принципе, ну, не совсем дешевый. То есть, если вы хотите делать сами ремонт, снимаете барабан, ставите, чтобы ему было где-то поудобнее стоять. И перед тем, как... Вот видите, здесь вот есть такой кантик. Его нужно аккуратненько, мелкой ножовочкой, руками, ну, по кругу потихоньку это все обрезать, для того, чтобы мы могли снять верхнюю часть. Но перед тем, как резать, берете саморез, да, и насверливаете просто отверстие. Для чего? Потому что дальше, когда вы будете ложить силикон, чтобы это аккуратненько все вот так вот чик-чик-чик-чик-чик зажало, чтобы у вас в дальнейшем машинка просто не текла. Потому что если вы это будете делать потом, будет сдвигаться, смазка где-то, силикон где-то уйдет в сторону, и потом будет течь. Ну, я по мере, как буду делать, я буду снимать видео, чтобы, ну, было более-менее понятно. Так, итак, друзья, вот я нарезал дырочки вот в таком вот промежутке для того, чтобы когда потом уже будете склеивать по дыркам, раз-раз, и промежутки здесь еще будете ну, еще по саморезу сделаете. Вот, то есть теперь уже можно, в принципе, приступать к резке. Сказал, главное, резать будем ножовкой. У меня она идет по металлу, но как бы лучше всего брать по дереву. То есть мелкий зубец, но по дереву. То есть тогда будет проще и быстрее. Так, друзья, я вот показываю вот по кантику, видите, то есть ручная работа. Потихонечку, не торопитесь. Вот так вот режете по кругу. Итак, друзья, вот я закончил резать. Получился, сейчас я покажу вот здесь вот. Получился вот такой вот шовчик, да. То есть не совсем он толстый, ну и не совсем маленький. Резал я обычно ножовкой по металлу. Так, где его делал? Вот он лежит. Обычно по металлу, то есть видите, какой зубец. Сейчас я... Вот. То есть, ну, где-то минут 30-35 как бы на это понадобилось. Все, то есть она вот она открывается. Это все ножиком потом убираете. Для того, чтобы, ну, стало все. Так, бачок. Бачок, сейчас я вам покажу, как он тут меняется. Так, здесь я снял шкив, здесь вот так вот шкив был, да, и болт. Болт откручиваете, снимаете, накручиваете какой-нибудь другой болт, чуть приподнять нужно и стукнуть молоточком, для того, чтобы... Для того, чтобы вал туда просто, ну, провалился. Так, снимаем крышку. Опа! Так, что мы видим? Видим мы вал. Состояние. Видите, сколько грязи на нем. Состояние хорошее. Сейчас мы это почистим. То есть вот так вот. Так, чтобы лучше видно было. Ну, нормально. То есть по валу вопросов никаких вообще нету. То есть идеальный вал. Почистим, помоем растворителем. Так. Что у нас по подшипничкам? Здесь у нас подшипник находится. Так. Это грязь.
обязательно посмотрите номер сальника, потому что